Государственная дума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Сегодня на помощь могут рассчитывать семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Как пишут РИА Новости, теперь нуждающимся признают и тех, у кого доход ниже двукратной величины этого показателя. В законе прописано и увеличение срока, в течение которого можно подать заявление о выплате. Сейчас это 1,5 года. С момента рождения ребенка будет 3. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок.